Ну вот, у нас собралась практически вся группа, но вот, вот видите, какой хороший мальчик, один вам машет. Но мы ждем Зою. У нас есть в группе Зоя, девушка Зоя. Космедемьянская, мы так дали кличку. И вот мы ее ждем, она ушла куда-то одна, и мы ее потеряли. Идет Зоя. Сейчас мы вам покажем Зою. Она так сильно хотела увидеть Семозёр, сказала, ну вас нафиг, я дойду. Я все равно дойду. Похоже, она не дошла. Ну, похоже, да, Зоя придет сейчас вся в слезах, поцарапанная, в синяках. Слышно было, когда... Не вижу эту Зою. Ну, где-то она идет. А мы все пьем амаретто за Абхазию, за красоту Абхазии, за гостеприимных абхазов. Абхазы самый лучший народ в мире, ребята. Все подъезжают еще, машины подъезжают, а мы скоро будем уезжать. Видите, на таких машинах ездят даже стареньких. А мы на крутой машине Патриот. Видите, какая у нас крутая машина. Так, где же эта Зоя? А Зоя опять где-то застряла. Где? А, вот она, Зоя. Мы Зою встречаем как героя уже с этими, с барабанами, блин, с бубном. Встречаем Зою. Зоя пришла. Ну как, вы не дошли до Семи озер? Нет? Нет, они позволили. Такое ощущение было, кто-то кричал на меня там. Или мне послышалось. Я вам послышалось. Давайте стаканчик. А почему кричали-то? Ругали, что вы пошли? Не знаю, сказали, что я заблужусь. Девочки, есть стаканчик? Ну, ой, главное, что медведя не встретили, это главное. Вы знаете, ноги сами идут и идут, идут, без остановки. Переживайте. Наша Зоя. Стаканчик есть, у кого стаканчик? Алена, отдай стаканчик. Я уже сказала, ноги сами идут все выше и выше. На самом деле, этот край, чтобы он процветал, и мы любили, возлюбили так же, как я, и не раз еще посетили эти места. И чтобы Россия не превратила это все в бетон. Да, давайте. Чтобы мы побольше видели диких и первозданных мест. Согласна. Это чудно, вот это на самом деле. Давайте выпьем. Давайте выпьем. За сказочную Абхазию. А то быстренько все как... Суть. Молодец, Зоя. Я тоже 8 лет приезжаю в Абхазию 2 раза в год. Я уж думаю, в августе, ой, в октябре у меня отпуск следующий, может, мне в октябре следующий раз. Я тоже в октябре, приезжаю. В октябре с какого числа? Не помню, могу посмотреть, если найду. Договориться уже встречаться. Мы с вами встретимся, я тоже в октябре, в начале октября приезжаю. На самом деле, вообще, я за семью озёр. Ребята, отключусь, дальше идет весело. Я сюда снова приехать. Ребята, уезжаем. Уезжаем с перевала. А вот здесь конкретно сколько, я вот это не знаю. Надо было у водителя. Такая дорога. Вся в снегу. Их дороги были до туман. Да. Чего там дальше? Степной туман. Это Зоя, мы забыли песню. А кругом туман. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Мы запели. А то бы, почему бы и не петь? Живешь.
место и все время говорят, это на потенцию. Прямо. И когда мы привозили на стоянку, объясняем, все для потенции. Все хотели туда съездить, передавать. Она продается в магазинах. То есть, ну, уже немножко в другом виде. Вы меня ругаетесь за стабилизацию? Ну какая тут стабилизация? Нарисуем и будет вам стабилизация. Хороший массаж попки. Да, Зоя. Я думала, моя голова там ушла. Вот такие дороги. На обратном пути заехали на озеро Рица, где очень много людей. То есть с центральной стороны кругом дым, шашлыки, запах шашлыков. Мы уже поели, мы хорошенькие, чаще выпили вина, правда, девчонки. Пойдем прогуляемся в окрестностях Рицы. Теплое помещение. Чем оно теплое? Вот озеро Рица с центральной площадки. Я ненавижу Рица. Центральной площадке, где толпы туристов, катамараны. Если кто смотрит меня, видели, что я люблю бывать на окраине Рица, где нет никого. Здесь мне не нравится. Но есть свой какой-то колорит. Прокат катамаранов. Все катаются на катамаранах. Друзья, скажу вам честно, экскурсия не удалась. Я ожидала большего от этой экскурсии. Думаю, экскурсия на Кадурское ущелье вам понравилась больше, так же, как и мне. Но зато по прайсу. Вот вам прайс. Ничего себе, целый блин. Это где вы взяли? Дома. Ну,
хоть одной собачке помогли. Ты моя хорошая. Подъела? Молодец. Молодец. Ты моя умница. Ты моя умница. Хорошая. Остальные блинчики другим собачкам. Зоя, несколько слов о нашей экскурсии. Сложно сказать, это очень супер вообще. Всем советую только сюда и на Рицу для удовольствия. А как вам перевал Пыв? Это сказочно. Это всем советуется сюда приезжать, ощутить этот колорит, эту мощь. А в записи это не передается. Это нужно обязательно посетить. Только тогда вы поймете все, всю Абхазию. А то, что мы не попали на долину Семи озер? Ничего, это повод для того, чтобы мы вернулись сюда снова. Мы не разочарованы ни в коем случае. Мы приедем сюда снова и снова. В октябре? Да. Либо в конце сентября. Ребята, ждите нас в октябре. Мы будем. Пока-пока. Мороженое будем? Героические люди. Нас уже прет, да? Капец, откуда ж она приплыла, эта альпинистка, блин, я в шоке. Что вы здесь альпинистка? Она велосипедистка. Велосипедистка, я думала, альпинистка. У нас байкер еще. Где байкер? Покажите байкера. Это в Приморском. А, ну Приморском мы не знаем. Мы с Афона, но альпинистка это я очарована. Подойдите с ней, сфоткайтесь. Да ладно, не хочу я с ней фоткаться, она меня пошлет сейчас куда-то. На обратном пути забрали мальчика. Демида. Демид, ты где? Как он объяснительный. А, Давид. Давид. Прямо. Я приземлялся. На вертолете. На самолете. На самолете приземлялся. Да. А потом оттуда в Москву поехал. А почему именно в Брянске приземлялся? В Ереване, в Кавказе, в Москве. Зоя! Таня! Завершение нашей экскурсии, ребята, сказочная! Зачем любовь все звуки? Дорога. Сейчас вам покажу водопад «Мужские слезы». Они почему-то больше, чем женские. Сейчас увидим. Ребят, почему мужчины больше плачут, чем женщины? Посмотрите, какие крутые мужские слезы. Ой! Он высокий, оказывается. Вот так, мужчины, плачьте, плачьте больше. Давид, как тебе наша Зоя Космодемьянская? Ой, сука, моя. Замуж выйдешь, то есть женишься на Зое? Да, надо на другой.
На Зойной подруге будем называть. На Зойной подруге, да. Жене, на Танечке. Сейчас вы сделаете так, чтобы он с ней рядом сел. Ну, я... Вы Зою... Ради свадебки я освобожу место. Хорошая идея. Лишь бы на свадебке погулять. Горько, горько будет, брать, да? Будет и горько, и сладко. Лишь бы на свадебке побыть. Иду, пригласили меня на русский свадьбу, пришел, не знаю, сел, рук, горько, горько, они всю дорогу целуются. Понял? Кто не зарыт, горько, они целуются, кто не зарыт, горько, они целуются. И я, короче, я как-то, горько, горько, всю дорогу, и потом горько, 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 я не говорю, Впечатление о русской свадьбе. Да, вот, зачем вот, мы так кричим? Много горько. Горько, горько. Давид, а вас так много горько не кричат? Нет. Нет? Кто стреляет? Это что было? Кто стреляет? Еще и стреляет тут. Тебе Зоя, давайте. Друзья, еще одна остановочка на таком экзотическом мосте. Река Бзыбь. Широкая полноводная река. Классная. Не, я отсюда не хочу уходить. Девчонки идут, говорят, мы не хотим отсюда уходить. Конечно, кто же захочет? Какая красота. Ну вот, ребята, долина Семи озер не удалась. Хотя бы это, извините меня, не показала вам Семь озер. Но у нас же есть еще Октябрь. Надеюсь, вы останетесь со мной. Дождемся вместе Октября. И нас опять будет ждать страна души Апсны. А пока вот Бзыбь. Горы. Мне до отъезда осталось 4 дня, ребята. Я уже плачу. Не хочу уезжать. Не хочу. Как же здорово здесь. Друзья, если кто снял жилье в Приморском, вот, пожалуйста, это Приморское. Приморское. Вот такая деревушка. Славится сероводородным источником. До моря пешком 15 минут. Вот такие всадники раскатывают по улицам. Друзья мои, 9 часов вечера. Вот так закончилась моя экскурсия на перевал Пыв. Я одна в гордом одиночестве на берегу Черного моря. И хочу, ребята, вас спросить, что вам больше понравилось? Моя экскурсия с моим другом в Анухинское ущелье и форелевое хозяйство? Или же экскурсия знакомым гидом Кадорского ущелья, или же экскурсия по Прайсу сегодняшняя на перевал Пыв и Семи озерья. Что вам больше по духу? Пишите комментарии, давайте обсудим. Пока-пока, мои хорошие, до новых встреч!